Итак, я хочу попробовать достать рефил и примерить его в магнитную палетку. Если, конечно, они будут хорошо магнититься, то есть вообще цены им не будет. Итак, вот еще покажу. Пыталась стереть. И представляете, насколько сильная пигментация, что даже не стираются. Итак, сейчас попытаюсь подцепить рефил, потому что они как бы вот движутся. Я не скажу, что они там как-то сильно плотно сидят. Давайте попробуем. Практически поддается, но лишь бы не сломать тени. Так. Казалось, это все очень довольно-таки просто. Сейчас мы примерим их магнитную палетку, будут ли они магнититься. Итак, есть у меня вот такая красивая палеточка Just, беленькая. И сейчас мы посмотрим, будет ли магнититься рефил. Так, тут, правда, конечно, еще есть клей. В общем, посмотрим сейчас. Девочки, они магнитятся. Это просто шикарно. Девчонки, хендмейд продолжается. Взяла я жидкость для снятия лака и убираю клей. Он, кстати, хорошо убирается. Итак, убрала я клей. Совершенно чистая поверхность. Ну и давайте посмотрим, как она будет магнититься в палетке. Отлично, девочки, отлично магнитится. Можете видеть, что она не выпадывает. Поэтому можно смело покупать. Не бояться вот этих всех маленьких коробочек, что они будут валяться. А просто все достать и переклеить. Примагнитить палетку. По-моему, это будет отлично. Итак, достала я второй рефил. Почистила его от клея. И вот так два красавчика мои палеточки. Класс! Они не выпадывают. Очень хорошо держатся, поэтому супер. Можно спокойно пополнять коллекцию косметики Эстраде. Ну все, всем пока!